Хейл, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игруху под названием Salt and Sanctuaries, либо Соль и Храм или Святилище. Типа того. Ну что, начнем? Новая игра. Так, как будут вас звать? А, тут нужно, я понял. Большая есть? Ладно, одинаковые буквы. Шимики. Принять. Как вам сказать, это 2D Dark Souls. Если что, после нее я буду играть в настоящий Dark Souls Remastered. Ну, как бы я уже его начал снимать. Но я еще не вылаживал. Так, сразу. Волосы. Игра то RPG-шная. Ну, только... другого ракурса. Давайте, ладно, такие волосы. Черные волосы. Гладкое лицо. Так, цвет бороды, цвет глаз у нас будет красный. Происхождение. Я, в принципе, думаю... это не очень важно, да? Или важно, я не знаю, будет это влиять на что-то. Кархи давайте, пускай будет. Класс. У нас есть рыцарь, маг, паладин, вор, повар, клирик, бедняк и охотник. Ну, я так подумал. Блин, не, это было, что у него катана. Давайте будем играть с вами за рыцаря. Почему бы и нет? Как я понял, вот у него тут какие-то есть эффекты меча и брони. Хотя на других они отсутствуют. Ну, еще на паладины есть. Скорее всего, броня и на этого есть. Клирика. Ладно, давайте рыцаря. Личные вещи. Это хилка, фигурка наемника, янтарная статуэтка, кольцо захвата, не знаю, что это за кольцо, и хрустальный шар. Давайте кольцо захвата возьмем. И так, испытания еще есть какие-то. Высокая сложность, только магия, только чугунный котелок, только весло, без доспехов, без брони. Короче, это типа челленджей. Ну что, погнали. Отправиться в путь. Так, война веками раздирала наши земли. Долгожданный мир наконец-то близок. Мы отвезем принцессу королевству, лежащую за морем и брачным союзом лицами жестоких вражд. Если мы потеряем на... не... так. Потерпим неудачу, наш мир окончательно погрузится в тьму. Погрузится. Так, мы начинаем с третьим уровнем, как я погляжу. Так, у нас есть стамина. Ого. Так, перекаты, ну, я вижу тяжелые перекаты у нас. Блокировка щитом у нас есть. Давайте посмотрим, что здесь, в принципе. Эй, ты! На нас напали среди ночи. Они хотят похитить принцессу. Потребовали выкуп. Так, ладно. Уворотливый гад. Ага. Они не пробивают, хорошо. Ну, как вы видите, да, немного, конечно, мрачновато, я не знаю. Опа, есть, видите? Воля у нас. Инвентарь есть. Кольцо. Брать. Бестиарий у нас есть. Как я погляжу. Так, во-во-во. Мародеры. Ага, тут даже про них информацию есть. Разбойник с морских просторов. Они убили вашего капитана, а вас вынесли волной на берег. Немножко, конечно... скорее всего, так, нет. Это и хотя бы что? Здоровье. Так, ладно, неважно. Это статистика моя. Окей, мне нужно вообще-то настройки. Вот настройки. Графика, что по графике. Так, полный вкл, звук, игра. Включен размер интерфейса. Полный интерфейс, полный. Ну, как вы поняли, качество сделать я не могу лучше. Так, это быстрый спуск, окей.
Так, чем-то... Давай, давай. О, монетки грохаются. Ого. Так, давайте в ту сторону схожу. Вон, принцесса наша. Что тут за фиолетовая херь? А, не суть. Игра, да, мрачновата. Очень мрачновато даже, я бы сказал. Ох. А, так я еще могу. Смотрите, здесь можно, получается, вот обычно, да, атаки, они быстрые. Ну, можно задержать удар, и он будет более мощнее, походу. Сильный удар, он обычный. То есть у нас колющий удар, это сильный. Так, тут что-то я вижу, но подобрать не могу. Ладно, не суть. Побежали. Вау. Море. Неназываемая глупь. Новый босс. Первый босс. Оху-ху. Нас ваншотили. А, если мы потеряем на... Так, потерпим неудачу, наш мир окончательно погрузится во тьму. Я прихожу в себя под шум волн, боющих от скалы. Смерть обошла меня стороной. Мне нужно найти принцессу. Походу, это мысли нашего протагониста. А тут уже можно было и открывать бестиарий. Так, я без оружия, да? А, не, с оружием. О, у нас есть... Я могу играть щит и меч, либо только с мечом. Так, стопи. Ладно. Промозглый берег. С. Здравствуй, здравствуй. Очередной кусочек, выброшенный на берег, против? Хм. Тебе понадобится укрытие, святилище? Ну, не сто... Так. Ну, ничего, стоит святилище без веры. Здесь, на берегу, есть покинутое святилище. Ты можешь использовать его так, как велит тебе твоя вера. Скажи, ты веришь в новых... В новых богов? Новых богов? Новых? Нет. Редко встретишь человека, который не верит в новых богов. Так, значит, ты последователь Дивары? Боюсь, вас оставить совсем мало осталось. А что за вопрос был? Окей, да, скажу да. Последователь богини света поклоняется Диваре, божеству смирения, доброты и милосердия. Так, считается, что это вера древних всех прочих. Хотя и не исключается, что за таким мнением стоит кропотливый труд хранителя Дивары. Выходит, тебя ведет свет Дивары? Нет. Нет? Во что же тогда ты веришь? Чё? Железный? Трое? О чем? Я вообще не понимаю. Так, давайте богини света. Последовательно богини света... Поклоняйся Диваре, божество смирения, доброты и милосердия. А, окей. Трое, допустим. Большинство людей поклоняется троим божествам. Королю, рыцарю и судье. Король дарует мудрость правителю, рыцарь защищает воинов в битве, а судья направляет тех, кто поддерживает порядок. Не. Оно железное. Жители Год Марката, что лежит на севере, называют себя железными. Они не верят в богов, но верят в железную волю человека. Они любят сталь и ненавидят магию. Вот и... Нет. Как я понял, самое здесь оптимальное это взять богиню света. Так как она за таким мнением стоит труд. Я... Ладно, пускай да. Последователь богини света, путь вы будет непрост. Прими этот так глиной сосуд, он поможет так после святилища благословения Дивары. Так, хорошо. Так, лок и парирование. Еще, блин, я могу прочесть. ТП. Подсказка, мне нужна подсказка, ладно, не суть.
Кувырок. Ну, кувырок я знал. Так, там какие-то зомби стоят. Так, по 12. По 12, по 13. Ну, лучше, я думаю, взять щит. Картошка. Я подобрал. Ключ от святилища. Да, перекат у меня тяжелый. Так, сменить оружие. Сменить предмет. Картошель, глиной сосуд. Использовать выбранный предмет. Это F-ка. Показать все предметы. Space. Keeps. Бестиарий. Поехали. Неназываемая глупь. Это вот это чудище, что да, на нас напало. Так, самый распространенный вид крейкона. Никогда эти создания имели какое-то назначение. Но моряки настолько так боялись вызвать одно из них, окликнув его по имени, что вскоре всех и стали звать просто Глубью. Его история начинает... Так, его истинное название, каким бы оно ни было, затерялось в морских глубинах. Я заметил, что у меня микрофон был полностью не опущен. Ну, это не суть. Так, ладно. Нилотский талец. Опа, нам показывают, что из них может выпасть. Это из-за кого мы можем умереть, это сколько мы убили, как я понял. Картофель. Так, какой-то утопленник, сгнивший от времени и непогоды. Много таких бродят по острову. Добро. Мародеры мы читали. Всего сколько у нас получается? 98 врагов будет. Это включая туда же боссов. Так, используется ключ от святилища. Уж как-то тут темновато. Так. Занять святилище. Окей. Так, благословенная вода. Повысить уровень древа навыков, сделать подношение, нечего поднести, древо навыков. Ох ты ж, ё-моё. Чувствую я... А, это весь, вот допустим, это наше древо. Ух ты ж. Мешочек для зелий, да? Так, владение мечами. И вот это у меня только увеличено. Хорошо, что это? Давайте, ладно, с этим я разберусь, пойди по прокачке. Повысить уровень. Нужно больше соли. Соль мы получаем за убийство врагов. По идее, соль это то же самое, что душа в Dark Souls. В основном мы только деньги получаем. Хорошо, допустим. Так, кувырочки у меня медленные. Так, цешка. Я не знаю, как это быстро. Так, красная фляга. И узелок соли. Скорее всего, узелок соли, это как, знаете, в Dark Souls были вот эти кусочки душ. Так, давайте благословенная вода. Красные эти поставлю. Почему я туда зайти не могу? Д. Ой. А ну. 12. 13, да, в принципе... Так, нужно походу им голову отрубывать. Ой-ой-ой, там лучник. А, он пуляет рандомно. А, не, не рандомно. Бум. Просто минус голова. Так, кусочки соли, да, в принципе, за их убийство нам дают души. Никто здесь не восстанет. Так, гнойный банкет. Ой. Я думаю... А, они, получается, встают со временем. Или они бесконечные здесь. Вот щитом я могу выстрел блокировать. И это норма. Фу, зараза. Так. Сейчас попробуем. А ну. А, нет. Я хотел
парировку сделать. То, что я трубу ему голову, мне дает больше очков. Так, красная фляга. Ну, походу, из-за брони они мне меньше наносят дэмэджа. И это, с одной стороны, плюс. А ну. Давай. Не каждый из них хочет на меня нападать. Так, ладно, давайте... Ой-ой-ой, она обламывается. Так, стамины не хватает. Нужно будет, короче, в силу, походу, качаться. Ага, то есть они могут через эти проходить. Как парировать? Я хочу научиться парировать. Я немного почитал про эту игру. Там есть способность парирования. Одного мы с вами запарировали. Помните, когда я такой... Нас типа приблизило и ему разорвал голову. Вопрос теперь вот в чем. Враги здесь восстанавливаются сами именно по себе. Когда я, допустим, посижу у того причала где-то... О! Предметы, короче, показывают нас даже через туман. Ну, буду его считать туманом. Так, факел, метательные ножи нам дали. Так, не нравится мне то существо внизу. А, стамины, в принципе, не так уж много у нас тратится. Так, я вот думаю, а у той херни что внизу? Налетит ли она на меня? Так, по идее, это как летучие мыши или что? Красный флакончик дали, отлично. Так. Так, что здесь у нас? Секретка. Секретности нету, да? Опа. А собачка-то ходит за мной. Тихо. Ага. Да не. Все-таки она не такая жесткая. Так, в принципе, у нас хватка с вами в соли есть. Пойдемте с вами прокачаемся. Как вам такая идея? И как раз заодно проверим, останут ли враги. По идее, за смерть у нас все отнимут. По идее. Если здесь челики восстанут, тогда да. Я не умру от высоты. Так, ладно. Давайте попробуем. Сначала. Ага, это типа хила у нас. Это, короче, типа фляги из секстуса можно считать. Это хорошо, что мы взяли богиню. Повысить уровень. Давайте повысим. По идее, так, древо навыков. Хорошо, нам показывают, что мы можем прокачивать дополнительное зелье исцеления, хотя это... Так, его плоть предназначена стрельбы и клинки, один готовый к фляжке, что подарит ему... Старуха в много... Да, понятненько. Так, охотник первого класса, владение кнутами. Дает одну единицу воли. Не хочу кнуты. Алибарчик. Не хочу алибарды. Защитник. Владение щитами, так. Вот щитами это полезно. Берсерк. Владение молотами и топорами. Я буду прокачивать и меч, если вдруг что. Убийца 1. То есть это могу сейчас уже прокачать, да? Так, владение кинжалами нет. Класса. Топоры. Увеличивает силу, дают одну единицу. Так, силы. Сила повышает урон от оружия. Имеющий бонус от силы. Так, ну допустим, вот я хочу это, да, прокачать. От воли зависит максимальный запас энергии. Это я все-таки не могу прокачивать, да, получается, даже так. Но это показывает ветви, куда я потом могу прокачаться. Повышать тяжелые доспехи. В принципе, мы можем прокачать щит. Так, это что? Кинжалами. Кинжалы я не хочу вообще прокачивать.
Поэтому мы делаем так. Прокачиваем себе щит. Такая это что? А, это кнут. Щит. Дает так. Сила повышает урона урона. Силы. Сила повышается урон от... Короче, прокачаем щит. Прокачаем две вот эти. Дальше щит пойдет второй у нас. Это что? Повышает выносливость. И выносливость нужно будет прокачивать. Здесь, в принципе, только у нас кинжал. Так, легкие доспехи это не для нас, мы будем в тяжелый ходить. Поэтому как-то так. Я могу еще потом, да, прокачивать? Типа, это у нас стандартные, которые идут сразу в старте. О, это все древо, которое у нас есть. Хотя тут можно и развиваться, знаете. Может, подождите, может мы типа... А, так это мы можем во все вкачаться. Я думал, типа чисто для нас дерево. Оказывается, нет, это одно дерево для каждого. Можно создать уникального себе героя. Ладно, не суть. Сделать подношение. Что имеется? Так, каменный торговец. У меня есть подношение. Маленькая каменная фигурка богатого торговца. Богатого. Пожертвуйте на алтарь, чтобы торговцы могли вести свои дела в святилище. Увеличит количество золота, находящегося в области, к которой относится святилище. То есть, а есть это не одно святилище. Если хочу, что... Ну, это как стартово, но если сейчас туда использую... Так, время. А ну. Да, все враги восстанавливаются. То есть... А, нам и урон наносится все-таки. То не вариант нам. В принципе, знаете, так прокачиваться можно с одной стороны. Ладно, не суть. Короче, сделаем по-быстрому все. Враги, как понял, у нас лежащие остаются. Лежащие остаются лежачими. А, не суть. Валим. Как зараза. Да ё-моё. Нам нужно отсюда выходить, а то я сейчас лапти склею. За ними тем же можно не драться. Можно всех обхитрить и просто идти дальше, ну типа рашем. Так, вот здесь. Наверх. Поехали там. Ага, летучие мыши это все-таки. Так, здесь я мог залезть наверх. И здесь у меня идет развилочка. Ага, внизу восстал. Добро. Так, минус. Ой, откуда ты тут вообще взялся? Так, давайте на красную фляжку поставим. Сейчас нужно это сломать. Тут проходов нету секретных, интересно. Кажется, нету. Так, тут предмет. Так, викинг и еще какая-то херь. Допустим, возьмем, что вот это? Непонятная статуя. Вау! У нас есть комбо атаки. Прикольно. Ладно, немножко. Они после растворения дают мне денежки или нет? Так, двое сейчас встанут. Вау. Прикольно. Я с них не хочу с ними драться. Могу я как-то их обмануть, я не знаю. Хотя у меня есть фляги. Ну вот куда он ушел? Я ж не буду вместе со щитом бегать. Ладно. Тихо! Фух. Хотя, что у нас там? Так, хорошо, я могу спускаться. Мы открыли себе проход там, где нельзя было. Окей. Что у нас здесь? Открыть дверь. Закрыто. Хорошо, значит, нам нужно где-то найти ключ.
Так быстро подниматься не могу, как я понял. Ага. Только спрыгивать, либо быстро соскальзывать. Это две тоже мне не устраивает вещи. Так, тут первое это вещи. О, ништяк. Привет. Так, камень кузнеца. Камень кузнеца, поехали дальше. Мокрый рыцарь. Народ. Еще один босс. А, свалить я не могу. Ух, я понял тебя, приятель. Тихо. Магия херячит. Да ё-моё, дай флягу выпить. Не-не-не, ребят, это не вариант. Нужно брать побольше. Стамина не восстанавливается. Ай-яй-яй, серия ударов у него есть. Три удара. Хорошо. Допустим. Он жесткий. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Я понял, что ты молодец. Ух, тихо-тихо. Вставай-вставай. Пей-пей-пей. Черт. Нужно... Ладно, допустим. Ему нужно сделать еще раз один магию. Готово. Просто минус лицо. Ух, сколько душ. Ух. Я убил? Я молодец. Так, прах мокрого рыцаря и плюс ключ мы получили. А ключ, я думаю, это хорошо. Так, нужно будет... Короче, красные фляги... Фиал, красный фиал. Они у нас не вечные. Я вижу, что у нас хп еще тоже не очень такое много. Давайте, короче, вернемся. Так, тихо. Мы же там открыли короткий путь. Давайте, короче, откроем с вами дверь. Использование ключа. Пройдем. Это не босс? Привет тебе, путник. Тебе ведет какую-то цель. Ну, допустим, спасаешь принцессу, значит. Я не видел здесь никаких принцесс, но не отличаю друг... Так, в любом случае, хорошо, что у тебя есть цель. Хочешь, расскажу тебе о своей? Ну, допустим. Прекрасно. Моя цель — захватить замок к востоку отсюда, победить стражей и убить дракона. Замки нужно захватывать, а драконов убивать, понимаешь? Да, что-то немножко понимаю. Черная жемчужина. Так, чувствую, если я туда вниз сейчас спрыгну, я потом не вернусь. Давайте, короче, пойдем к святилищу. Там отдохнем, плюс восстановим фляги. Восстановим фляги и можно заканчивать. Так, немного, короче, еще здесь поубиваю. Так, думаю, умер. Так, минус. Ну, соли нам, знаете, так дают маловато. Ладно. Ой, вот. Минус. Денежки. Хотя бы денег нам дают нормально. Ага, он автоматически
Ай-яй, говнюк. Так, здесь все-таки нужно тоже ключи, и сюда мы все равно придем, походу. Это центральное, да, хранилище? Так, хорошо, мы полностью восстанавливаем, значит, у нас ХП может отняться. Повысить уровень. Давайте на максимум повыщу. Повыщу. Так, сколько нужно до следующей? 700, то есть убить несколько и... Давайте это я сделаю сразу, чтобы просто души не тратить, чтобы потом, если я убью их, туда не возвращаться. Не тратить только, короче, время. Давай, убей. Так, все. Так, подобрать. Картофель. Прыгнуть. Хорошо. Да, перекаты видно, что у него тяжелый. Ну, как в Dark Souls, знаете, если у нас тяжелая броня, значит тяжелый перекат. Зэшка. Повышаем уровень. Да. По сути, я мешочки могу еще юзать. Древо навыков. Так, что это? От воли зависит максимальный запас энергии. Запас энергии это, походу, у нас этот будет. Стамина. Так, давайте сделаем так. Увеличим сил. А я могу одно и то же прокачать? Нет, не могу. Я могу прокачать вот эти две. Вкачать себе ношение брони. Либо я могу сделать так. Увеличение силы. Да. Что это? Дает выносливость. А, сила это ХП, а выносливость. Хотя, хер его знает, ладно. Я могу это несколько раз прокачивать. Ок, это отлично. Здесь, короче, читать, думаю, не нужно. Перед ним были разложены все его инструменты. Щипцы, долгая резцы, ломалки, короче, херь. Повышение выносливости, либо энергии, воли. Короче, давайте я прокачаю. Прокачаю, так, выносливость. Сила и выносливость мне нужны, короче. Выносливость качаю, да и все. Не буду с этим мучиться. В следующий я, короче, немного ознакомлюсь, так сказать, с нашим таким вот пространством. Именно что нам прокачать. Ну, вообще, что влияет вот воля. Ловкость, ладно. Это наши перевороты, все такое. Сила, выносливость, урон и ХП. Магия, мудрость я не буду вкачивать. Ловкость и воля. А что у нас еще там было? Подождите. Древо навыков. А, воля мне нахер не нужна, все. Короче, идем мы с вами в силу и выносливость. Все. Короче, как-то так. Ладно, давайте тогда. Хотя, ладно, напоследочек так уже и быть. Мокрый рыцарь. Мокрый рыцарь. Я же мужественный защитник гройного банкета. Его потрепано. Знаете что? А мне постарать. Его потрепанное облачение десятилетиями впитывало мокрый воздух. Типа поэтому стал мокрым, да? Боссы, я вижу, что один раз его убил, и он меня убил. То есть, это на... они будут временно, да, на меня нападать? Ага, вот мы как еще можем. Так, тонувший берсерк. Боец авангарда вооруженной секиры. Иногда его пропавший в море... вынесла на берег. Такие солдаты обычно были бывшими разбойниками и за деньги воевали там, где им больше не за что было воевать. Дикий зверь. Огромный собакоподобное создание, которое можно встретить только на этом острове. Такие чудовища обычно жаждут лишь живой плоти. К счастью, несмотря на их свирепость, с ними можно справиться всего несколько ударами. Да, два удара. Мертвокрыл. Так, маленькая буря летучих мышь. Необычный окрас шерсти делает ее голову похоже на череп. Немного ядовито. Угу, хорошо. Так, сразу знакомимся. Здесь нам ни хера не выпало. Красная фиал.
Так, тебя читали. Гнилой скиталь, цуха, гнилов скитальца. Зачем она мне нужна? Может быть, крафт. Гнилой арбалетчик, гнилой скиталец, который повезло не разучиться владение арбалетом. На острове полно утопленников, которые как-то ходят, но некоторые разложились сильнее прочих. Так, мародеры, все это было. Короче, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.